поры за богатейшие ресурсы недр в Арктике продолжают нарастать. Но обладать ресурсами не означает эффективно ими воспользоваться. На сегодняшний день ни одна страна не готова к добыче ископаемых в суровых арктических условиях лучше, чем Россия. Однако великолепная техническая готовность составляет лишь половину дела. Найденное университетскими учеными решение позволит России уйти в отрыв в этой арктической гонке. Нашим ученым удалось разработать кинетические ингибиторы. Это вещества, которые замедляют процесс образования гидратов при транспортировке углеводородов. Руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» поделился некоторыми подробностями новинки. Мы знаем, что в Арктике как раз есть и в Арктике, и тех месторождений, которые находятся на шельфе. Там проблемы связаны с тем, что газ с глубины, где достаточно высокая температура, попадает в условия, где уже температура ниже. И если есть в этом газе вода, то возможно образование газовых гидратов, которые просто создают пробки, тромбы и фактически останавливают эту транспортировку. И мы разрабатываем реагенты, которые позволяют бороться с этими проблемами. Особенно важно и то, что ингибиторы не только снижают температуру, но и позволяют сохранить жидкое состояние в большом диапазоне температуры. Объемы ингибиторов, которые разработаны в Казанском федеральном университете, значительно меньше, оттого и являются более эффективными. Это связано с тем, чтобы доставить газ шельфовых месторождений на, так сказать, на уже пункты переработки или дальнейшего транспортировки их на суше. Новинка, разработанная нашими учеными, производится на основе отечественного сырья. На данный момент ученые детально исследуют саму технологию, чтобы в ближайшей перспективе запустить производство реагентов в промышленных масштабах. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.